Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Сегодня у нас битва титанов, а именно ниндзя слайм в маленькой упаковке и большой слайм мнить не дуй. Фирма одна и та же, свойства, я думаю, тоже практически одни и те же, но названия разные. Хочу проверить, чем ниндзя отличается от просто слайма той же фирмы. Начнем с вот этого ниндзя слайма фиолетового цвета в маленькой упаковочке. Нам обещает производитель, что он светится в темноте. Еще есть трубочка для того, чтобы мы могли надуть пузыри. Открывается снизу. Хорошо пахнет. Насыщенный цвет. Хорошо кликает, не липнет к рукам. Растягивается. Прозрачный. Немного перламутровый. Но хочу сказать, что это не совсем похоже на ниндзя слайм, который был раньше. Честно говоря, я не знаю, действительно настоящий это ниндзя слайм или подделка. Попробуем надуть пузыри. Осталось проверить, светится ли он в темноте. К сожалению, даже после того, как он побывал на ярком цвету, он светиться не стал. Так что не светится. Следующий ниндзя слайм вот такой. Бриллиант. Перламутровый. Меня смущает штрих-код. Здесь он 69. А здесь у нас 46. Хотя фирма у обоих слайм и слайм. Красивый цвет.
Не похож на обычный спальник. Много резиновый такой. Не рвется. По своим критериям он даже хороший. Прозрачный. Тянуть нужно аккуратнее. Цвет красивый. Блестит. Пузыри надуваются. И, наконец, большая упаковка, которая называется мороженое, клубника, кола. Здесь, по идее, три цвета, которые мы смешаем. И тоже попробуем надуть пузыри. Честно говоря, пахнет не очень хорошо. Красивый цвет. Выливается. А вот это уже немного липнет. Я думаю, получится по-любому красный оттенок. По ощущениям, предыдущие ниндзя-слоны были гораздо лучше. Там сами видите, все липнет.
попробуем надуть пузыри. Хочу сказать, что здесь пузыри надуваются гораздо быстрее. На этом видео тест обзор на слаймы я заканчиваю. У каждого из слаймов есть свои положительные и отрицательные стороны. Эти слаймы не липли. В общем-то, они прекрасные. Но пузыри надуваются плохо. Этот слайм все-таки липнет к рукам. Но пузыри надуваются отлично. Так что вам выбирать, решайте сами. Спасибо, что посмотрели мое видео. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и приходите еще на моем канале. Много видео. Обзор, АСМР и тест. Видео выходит каждый понедельник и четверг. А на этом все. Пока-пока.